Пока политики в Мюнхене ищут пути выхода из украинского кризиса, напряжение в самой зоне конфликта только нарастает. Около часа назад стало известно, что украинские войска предприняли масштабное наступление по всей линии фронта. По словам представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, силовики попытались атаковать позиции сил самообороны вскоре после окончания действия режима прекращения огня, который был объявлен на время эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики в течение суток, несмотря на потери, сдерживали очередной натиск противника. В результате боестолкновений потери сил ополчения за сутки составили 1 танк, 1 автомобиль, 5 человек убитыми и 14 ранеными. Основной целью резкой активизации военных действий со стороны украинских войск мы считаем стремление Киева на фоне идущих переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе максимально оттеснить наши подразделения вглубь Донецкой Республики, чтобы обеспечить себе оперативное превосходство и в дальнейшем.